Всем привет, друзья! С вами два браконьера. Сегодня будет чисто топовый такой видосик. Поставили 13 соволок. В общем, у меня 8 соволок, у этого главного браконьера. У него 5 соволок. Я поставил 3 полотняных и 5 лисковых. Я думаю, будет сегодня очень сильно интересно, потому что улов будет по-любому гарантированный хороший. Вчера была очень хорошая погодка, солнце светило тепло, но сегодня такое похолодание, идет слегка небольшой дождик, маленький моросит, он то заканчивается, то опять идет. Никитос, как думаешь, что мы сегодня поймаем? Я думаю, по 2 килограмма будет стабильно, а может и больше даже. Я думаю тоже, по 2 минимум как. Давайте, друзья, начинаем проверять, усаживайтесь поудобнее и поехали. Сейчас будем проверять первую мою соволку полотняную, она стоит здесь в речке. А этого браконьера он стоит, да. Вот там его соволка. Держи телефон. Сейчас буду подбираться. А где я привязал, блин? Так, вон. А, вот. Точно. Ну, я думаю, сегодня мы должны нормально поймать, в принципе. Да по-любому. Вчера о, было... зацепило за корягу, понял? Бля. Зацепил. Подожди. Он что-то есть? Да нет, это трава. Ну я вчера, друзья, как стал? Я ее поставил сначала здесь, но течением ее заворачивало. И я решил поставить без шеста. Просто ее кинул. Подожди, я стал так. Зацепил. Походу о, жестко там, чтобы блядь. Чтобы весь кадр был, понял? Ага. О, смотри, я вытащил корягу, по-моему. Да. Вот это да, тяжело идет. Бля, ее скрутило. Ой-ой-ой, смотри, смотри. Ага. Смотри, блин. Ебать. Нихуя себе коряга. Ебать. Целый дуб прямо. Давай, вытащу его. Давай. Вот такие рыбы ловятся, друзья, блин. Такая вот коряга. Бывает такое, надо, конечно, знать, где ставить соволки или сетки, потому что, если не знаешь, можно уцепить в хороший корч и потом порвать, и как да, бы жалко блин. Сетку. Ну, у меня полотняна, у меня просто крепкая она. Так можно и дуб и такой вытащить. Ну да. Не, ну бывают такие полотняные, что можно, блядь, так хорошо уцепить и порвешь. Ну да, согласен. У меня тоже произошел казус, но у меня была лисковая. Зацепил за маленький корчик и не мог достать. Слава богу, пришел юный браконьер на помощь и помог мне, отцепил. Ну а как не помочь браконьеру, блин? Ну. Сейчас будем проверять первую соволку браконьера. Да, подписывайтесь на канал Рыбак Браконьер. Рыбак Браконьер. То юный браконьер, а теперь... Вот, дождик уже маленечко капает. Так, ну, вроде бы все попало. Я не вижу признаков. Да там, может, под конец и есть какая-то рыбешка. Может быть. Все-таки с речкой соединяется. Я думаю, должна быть возможность. Палка. Так, поймали уже что-то. Уже палку трубку выбрали. Какую-то. Вот, вот это самая, друзья, гадость рыбака. Да, это просто вообще... ужас. Это тот занимается это... сетками, а тот... Есть, окунь. Есть! Есть рыба. Есть окунь. Вот. Так что видишь, у тебя, блин, в первой сетке да, есть рыба. Окунь уже есть. Но у меня пусто, конечно. Да. Ну ничего, выпутай. Так, мы его под... сейчас выпутаем. И на сковородку зажарим. Да. Начинается дождик, мы уже идем к следующим озерам. Поставили мы в одном озере, еще потом в втором озере и в третьем озере. И потом еще в одной затоке, можно так сказать. Сейчас будем проверять соволки. Щука сегодня у меня будет по-любому, это 100% я даю. Сейчас вот сюда пойдем, да. А у тебя будет щука? Думаю, да. Кстати, еще раз скажу такое вот. Вчера мы устанавливали соволки и ставили рыбака-браконьера, его соволку. И моментально за считанные секунды, видим уже улов, поплавки дергаются. Вытаскиваем и красный карась. Если поймался. Хотите посмотреть, на моем канале я выложил вчера шортс, там видно этот карасик. Ты выложил видосик, да? Да, шортс. Обязательно зайдем посмотрим.
разбитые, да? В этом озере у меня стоят 3 соволки, у тебя 2. Это та соволка, в которой мы вчера поставили, и моментально был улов. Вот, есть вроде, нет? Или то трава цепляется? Да, трава. Я уже думал, там карась какой-то. Нету ничего. Так есть карась. А нет, то листок, блин. Листок нет. Я смотрел на экран, блин. А нет, есть карась. Есть? Есть. Есть, вот какой. Видишь, у тебя в каждой соволке такой, как и вчера был. Да, вот такой вот красный карасик поймался. Карман взял. Уже хорошо. Да, такой вот рыба. Это, смотрите, карасик живой. Видишь? У тебя тоже должно что-то быть. Да, сейчас будем проверять и мои. Давай твою проверь. Так, проверяем сетку юного браконьера. Полотняная. О, есть карасик карась? Есть. Есть карасик уже. Да, есть. Есть красный карасик такой вот. И все, пока есть. Ну, у тебя, видишь, у тебя под берегом было, у меня практически в конце сетки. Вот такой вот, ребята, карасик красный. Немного поменьше, конечно. Ну да, конечно, у тебя большой, он велик. Да. Так, вот, ребята, следующая соволка. Лещаная, как я ее назвал, юный браконьер. Да. Мне проще говорить лесковая. Это какая ячья? Здесь, по-моему, сейчас я тебе скажу. Здесь 30-ка. Ага. Посмотрим, что будет в этой соволке. Пусто, наверное. Да, пока мяч идет, да. Пусто, как видим, ребята, ничего нет. Ноль, зеро. Ноль. Так, моя следующая соволка стоит в сытняке. Там по-любому должна быть рыба. Так, вот следующая сетка юного браконьера. Ее уже мы видим под берегом, немного поплавки сбиты. Наверное, что-то есть. Сбитые сливки, бля. Да. Не знаю, мне кажется, здесь один карась максимум и все. Блин, шо, ничего нет? Тупо? Это нереально. Есть! Есть карась. Так, о, смотри. Такой, как у меня первый, тоже крупный такой. Карась красный. Такой вот. Хороший, прям с ладошечком. Да. Дождик уже утих, это хорошо, это уже радует, что мы уже не промокнем. Счет у нас 2-2. У меня 2 красных карася, у Никиты окунь. Один окунь и один тоже красный карась. Да, и проверяем его соволку. Здесь возле камыша стоит, место тоже хорошее, здесь должен быть карась и щука. Нет ничего. Есть карась, есть. И вижу уже. Да, есть. Все они под конец ловятся, наверное, на ямке. Они вот здесь вот. Обитают. Ну, да, тем не менее, есть да. Тоже карасик. Лет 5 назад в этом озере прошлись электроутка. И здесь вообще просто камышей не было. Травы вообще здесь ничего не росло. И вот в этом году я попробовал еще без этого, без Никиты браконьера. Ставил здесь соволки. Поймались красных караси много. Но я не стал здесь уже прям сильно браконьерничать. Думаю, пусть растут. Все-таки озеро тоже... измучили. Пусть рыба здесь растет, а мы потом будем ее ловить потихоньку. Счет 3-2 в пользу Никиты. Никита выиграет, ну ничего, еще может все измениться. Никитос уже успел замочить свой левый ботинок, чобот. Ну а я пока сухенький, сухой. Все отлично. Затаскивает, да, щука большая? Пусто, да, у тебя? Нет ничего. Полный ноль. Полный ноль, зиро. Эту соволку я перестану. Так, проверяем соволку. Подожди, а где она, блин? Блин. А вот она. У меня уже там поймалось что-то, наверное. Что-то поймалось? Поплавков не видишь? Затянуло, видишь? А, ага. Затянуло ее, да. Ты смотри, правда? Ебать, затянуло. Что там такое? Что, нету нихера? Нету ничего. В смысле, а что это было? А... Ну видел, вообще прям да, до берега затянуло. Ага. Хотя я ставил прямо. Да, вообще. Так тут же течения нет. Течения нету. Я сетка ты... порвалась. А, смотри, лин был. Мешок запутан. Лин. Да, какой-то. Лин был, ребята. Но он я соскочил. Здесь, наверное, ну ничего, пусть растет большим. Бля, неужели не хватит?
Что же он тогда занутый был? Интересно. Ничего. Поймали нет. Ряску, водоросли. Да. Солово. Так, вот еще одна сетка. Сейчас мы ее будем проверять. Смотрим, что тут есть. Чего нет. Да здесь, наверное, пусто. Может быть. Но здесь щука есть, блин. Блин, пусто. Угу. Нету ничего. Идем дальше. Да, идем дальше. Сейчас проверим последние соловки. Место здесь очень хорошее, камыши. Летом здесь очень крупно ловится даже в одну соловку. И по 2, и по 3 килограмма может пойматься. Место здесь козырное, конечно. Ну, судя по поплавкам, вроде нету ничего. Может быть, я и ошибаюсь. Да, как-то так, не густовато. Здесь стоит моя последняя соволка полотняная. Сейчас мы начнем проверим и будем уже двигаться к лагерю отдыха. Вот так вот. Посмотрим, что здесь будет. Вот такая вот соволка. Мне кажется, здесь будет одна рыбка. Нету ничего. А такое место? Ну не в этот казалось раз. Казалось бы, да. Пришли мы в лагерь отдыха, отдыхаем, сидим. Минск под крышей, на него вроде не накапало. Сиденье сухое, все отлично. Вот наш уловчик сегодня. У меня самый крупный сегодня карась, вот этот вот. Ну, у Никиты он два окуня. Один окунь. У Никиты два карася, один окунь. Вот такой вот уловчик получился. Еще походили по лесу, нашли маховика. Гриб. Вот такой вот. Правда, червивый здесь, но здесь хороший. Идите вы такие. Напишите в комментариях, едите вы такие грибы. Или нет, да. Или нет. Или отпускаете. Вот так вот сидим, отдыхаем. В общем, надумались, решили, оставили соволки. Я оставил 5 лисковых. Никита тоже оставил своих 5 сеток. Завтра будет более-менее честно. Все. 3 соволки уже забрал полотняных. Дома сегодня высушу. Почищу и спрячу. Вот так вот. Так что окунаемся в завтрашний день последней проверки наших соволок. Ждали, пока закончится дождь, но дождь продолжал идти. И мы уже плюнули на это все и поехали проверять наши сетки. Но, как говорится, для хорошего рыбака любая погода не помеха. Ехали уже... А, вот, идем уже проверять наши сетки. Ехали на Минчаке, чувствую, колесо заднее пустое. Останавливаемся, смотрю, так, оказывается, и есть. Поехали, поставили мотоцикл поехали. Домой, взяли велики и поехали проверять наши соволки. Да. Сейчас проверим, у него 5 соволок и у меня 5 так соволок. Что, ребята, не думайте, мы сильные браконьеры, крутим педали очень быстро, как на Минчаке. Да, педали мы крутим быстро. Ну, правда, трудновато немного. Сейчас дождь идет, такие калюжи большие. Мы еще и грузали, правда. Так что не переживайте, рыбнадзор нас не успеет догнать и поймать. Мы едем очень быстро. Да, мы едем очень быстро. Сейчас его первая соволка, потом вторая. А потом там уже пойдут и мои, и его. Начинаем нашу проверочку сегодня. Да? Воды добавляется с каждым днем все больше и больше. Скоро можно будет рыбалить плотиком. Да. Ловить рыбу. Я теперь переживаю, чтобы сетки достать. Чего вдруг чего не достану? Что-то есть вроде бы. А может, нет ничего. Пусто вроде бы, из-за погоды первые сетки пусто. Да, вчера здесь был красный карась, а сегодня пусто. Проверим сетку там, где стояла юная браконьера. Смотри, у тебя еще здесь же соволка стоит. Вот такая вот погодка. Так,
Делаем ставки. Я думаю, здесь по-любому будет сейчас красный карась. А прикинь, сейчас щука, блин, такая крупненькая. Есть красный карась. Так, красный карась есть. Значит, так это крупный, блин, ё-моё. Ага, смотрите, какой карась. Хороший карасик. Хороший, блин. И все, больше. Один карасик. Один карась и все. Отличная рыбалочка. Угу. Вот здесь место просто хорошенькое. Сюда лодочкой подплыть, поставить сетки, даже китайки. Там, я думаю, бы красные караси очень хорошо ловились, особенно летом. Здесь когда-то бобер жил, лисица его съела. Но это давно было дело. А что вы здесь делаете, пан браконьер? Проверяем следующую холку. Вчера тут тоже был карась. А сегодня, видать, пусто. Нету ничего. Да, сегодня, увы... В этой соволке ничего нету. Началась моя очередь проверять мои соволки. Стоит здесь одна короткая, потом вот здесь вторая стоит, уже поплавки потонули тоже. И там третья у меня соволка стоит. И в озере. В общем, сейчас щука будет у меня сегодня, это по-любому. Так вот. Что, браконьерничаем, сейчас тебе штраф выпишем. Да не, дядя, не надо, вы так, что? Так, сейчас мы тебя будем балками бить. Я ухожу сейчас. Так, что у нас в сетках, а? Так. Забило посередине ее. Соволку несчастную. Что, как думаешь, что тут может быть? Я думаю, здесь вот щука есть! Я же говорил сегодня, ну щупеня, правда. Щупенятка есть такое, ну, вот, небольшое. Большое. Поймалась. Что-то еще здесь было спутало. Ага. Там не потонем, нет. А хотя они вообще были все поплавки, были, это да. Там, может, это нет. Вот там оно вообще поплавок чуть-чуть на дно ушло. Посмотрим. Тяжело как-то. Забила я. Пусто. Zero. А сейчас я засниму. Вот что значит глаза браконьера, блин. Но уже не засниму, не успел. Поплыл боберчик. Да, может быть, конечно, и андатра. Честно, не видел. Так прямо сильно. Я сам не увидел. Вот там вот в куще. Вроде он стоит, то лицо. Не, вроде, когда уже я начал снимать это, пошел в это, нырнул в воду. Ладно, идем дальше. Здесь недавно тоже лисицу видел. Бежала она. Да, давно. Ну как тебе рыбалка? Ну, такая нормальная, экстремальная рыбалка. Ну, еще если бы хотя бы хорошо поймали, было бы вообще шикарно. Ничего, двигаемся, ну, дальше. Уже счет 1-1. 1-1, да. Еще моя соволка, у тебя одна. И... У меня две соволки, точнее. И еще штамм у меня стоит в озере. Посмотрим, да, кто победит сегодня. Да, что-то есть. Ну ты видишь, да? То я скрутила так, видишь? Я вчера здесь поставил. Да. Ее вообще течением так прям это затянуло. И сюда вот прибило к берегу. Ничего, будем смотреть. Да, нету ничего. Проверяем ее соломку, которую мы честно поставили. И честно хотим поймать рыбу. Без всякого браконьерства, ребята. Да
ничего вроде. Это твоя последняя соволка, да, сегодня, пятая. И вроде бы пусто, ничего нет. Как мы видим, обидно. Ничего нет, пусто. Полностью пусто. Так что ты сегодня уходишь домой с одним карасем. Да, посмотрим, что у тебя еще будет. Да, осталась моя последняя соволка, стоит здесь в камышах. Я поставил, не знаю, 50 на 50. Вроде там поплавки потоненные от начала берега. Может быть, есть какая-то мелочь. Да, вот здесь прям жестко поплавок потоненный. Вот смотри, видишь? Блин, я ее вчера не привязывал, воды добавилось. Смотри, я ее не достану. А ну давай мне руку. Давай, не упади. Блять, ниже надо. Чуть-чуть. Достал. Все, все, четко. Блин, блин. Да-да-да-да, щука! Есть. Щука, блин. Щука. Там что-то еще есть вроде, не? Немного набрал. Поймала щука. Щука. Две щуки, блин. Ё-моё, друзья, подписочку оформляем. Вот это да, счет 2-1 в пользу юного браконьера. Да, юного браконьера сегодня лидирует, блин. Две щуки. Да, я набрал, блин, чуть-чуть. Ну ничего, блин. Видишь, в камышах, блин, я говорю, поплавки потоненные. Да, давай поднимать. Щупачечка есть, отлично, в камышах. Сидела, охотилась. Но поймалась нам сетку сегодня. Честно, без всякого браконьерства, ребята. Ну да. Чисто так вот. Мы же не электроудочками, правильно? Да. Не бомбами, не кипятим. Нет. Сетками рыбачим, вообще, да и все. Вообще ненавижу я этих электроудочников. Их удочку... надо палкой по шее, правильно? Да, удочку засунуть в пятую точку и поджарить хорошенько. Вот это правильные слова, поддерживаю. Так, сейчас отправляемся в лагерь отдыха. Да. И там уже окончательно попрощаемся с нашими зрителями. Итог подобьем. Да и все. И все. Let's go. На этом рыбалка заканчивается. Let's go. Природное явление. Смотрите, когда идет дождь, можно определить, где в речке сильное течение. Где идет дождь, видно, капает, а вот здесь такой будто промежуток. По центру. Да, по центру. Будто как это лед и посередине течет вода. Вот даже видно. Прикольно тоже такое явление. Вот здесь уже течение сильное. Ну, конечно, вживую лучше видно. Пошли дальше. Красивый такой пейзажик. Речка, столики, сосны, деревья. Рыбаки сидят с рыбой. Да. Вообще чётенько. Честно говоря, я немножко даже промок уже, блин. Вообще жестко. Надо было плащ брать. Но я-то думаю, дождь закончится. Да. Но видишь, блин, ты был прав все-таки, да, что он будет целый день идти. Такие, друзя, делишки. Подбирал. Поймали две щучки и красного карася. Вот эта щучка поймалась в речке, сразу видно, что она такая светлая. А это с озера. Оттенок такой желтоватый. Ничего, нормальненько все получилось. Ты довольна рыбалкой? Да. Конечно, если бы поймать больше рыбы, да еще и погода была бы нормальная, было бы тогда хорошо вообще. Ну да. Вот такие вот дела. Вот сидим, отдыхаем. Вчера, я думаю, мы их поехали утром проверять, солнца не было, была погода такая пасмурноватая, так рыба, наверное, стояла, не было такого особого движа у нее. Ну да, видишь, камыши, щучка поймалась. Да. Ну, так тогда, когда мы ставили, вот именно, тогда было солнце, и тогда у нас мы немного больше поймали. Солнечная погода была, тепло, а ночью дождь был, так оно, рыба стоит на ямке на месте и все, и не двигается. Так что, друзья, вот такой вот получился у нас видосик, интересный, не знаю, кому как он получился. Ребята, как всегда по традиции, ставим пальцы вверх, у кого кнопка горит красная, обязательно, пожалуйста, сделайте ее серой, а для этого нужно просто нажать на нее, и она будет серой, вы будете подписаны на мой каналчик, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих пушечных видосиках. Видос реально получился нормальный, я так считаю. Такой лайтовый, чисто прикольненький. Ну, было нормально, так же? Да. И подписывайтесь на мой канал Рыбак Браконьер. Помогите развить канал. Я только начал снимать видосы. Это мой первый канал про
рыбалку честную, без браконьерства, без электроудочек, без ничего, без этой взрывчатки, динамита, чисто сетками, чисто спиннингом я буду снимать видосики улетные, как будем ловить, и по весне, по разливу, конечно. Так что подписывайтесь и ставьте лайкосики. Да, ребята, на него, на этого пацанчика, рыбака, будет ссылка в описании, ссылка будет на мой YouTube, второй канал. Можете посмотреть и подписываться, и наслаждаться нашими видосиками, радоваться. Всем пока, до новых встреч, с вами был Юный Браконьер, всем пока!